Ну вот еще один кусочек берила. Разваливается все. Разваливается. Шерла. Вот здесь вот рядом с ним что-то светленькое. А, вот тоже. Вот берильчик. Сидит. Солнце яркое, не вижу. Показывает, не показывает. Ну, в общем, берил здесь, поверьте на слово. Вот в таком скоплении. Я-то думал, а тут... Ну, ладно. Корнями проросло деревце прямо. Ну, в общем, так далее. Гранатики вроде там мелкие, ну очень что-то гранатовое встречается, а так кварца мало или педолита нет, а посему здесь рыбы нет. Шерл, пигматит интересный, весьма необычный, в том смысле, что... Все рассыпается в руках. Зима-лето, бери голыми руками. Такие вот интересные, шпат плотный.
Вон сколько шерла напичкано. Надо отмыть этот образчик. Глинка забралась между слоями. Ничего в ней нет. Вот такая же черная, немножко вязкая. Надуя там бывает что-нибудь. Вот, попался. Который кусался, то ли кварц это, то ли берил, не знаю, похожий на кварц. Тоже смотреть надо. Шерлик сидит так. Шпат более интересный, когда он водянистый становится таким. Один парень молодой взял его в руки с такой нежностью, сел на свое колесо там от машины. Вот сидит и не молится. Неужели, говорит, это вот то, что ты вот взял? Я говорю, конечно, да быть не может. Да какая красота-то. И все спрашивают, сколько стоит, а он один. Какая красота-то. Я говорю, вот, этот, ты знаешь, говорит, я впервые в жизни столько переворочил земли, и что в этой такие могут быть красоты. И вот они когда... я говорю, да возьми его, подарю тебе. У него Шарунову. И когда они отсюда уезжали, мост сделали, смотрю, все проехали, а у меня у дома раз машины тормоза запищали. Дверь открывает, заходит, руку вот так вот держит. Я думаю, что это он? А он, Ильдар Иванович, вот я хочу вас отблагодарить. Деньги вы не возьмете.
А вот и подает мне ветку с крупной земляникой. Они, говорит, такие же красивые, как ваши самоцветы. Вот и подал мне букет. А я, говорит, чуваши, всем буду рассказывать и показывать, какая же здесь красота. Я думаю, вот хоть до одного дошло, что не все так. Не все деньгами измеряется, да? Ну и вот пигматитовое жило, значит, обязательно должно быть. Есть несколько типов пигматитовых жил. Есть с кварцевым, с ядром кварцевым. Вот здесь, видите, белое ядро. Вот если здесь, наверное, вот уже змеевики все-таки больше разрушены, змеевик, наверное, вот по породам, если смотреть. Ну и вот. И часть типа мариона, то есть дымчатый кварц, черный такого цвета, но не кристаллический. И вот здесь, значит, если кристаллический идет дымчатый, то могут быть цитрины в этой яме. Или марионы. Но в основном, значит, здесь вот очень... Почему золотуха-то называют? А потому что цитрины были шикарные. До нескольких метров кристаллы золотуха назвали от золотистого цвета. Чернуха от мариона. Понимаешь? И вот эти вот названия-то они все... Ну, как тебе сказать? Кому, как говорится, что фантазия. Да, видишь, это вот змеевики все-таки видим. Ну да, змеевик идет, вот кварцевое жило, да, кварцевое жило, и вот слиз, никель еще проявляется тут. Здесь, видимо, все-таки турмалины а были. Что, все-таки проявление никеля, оно зелененькое? Да, да. А? Сине-зеленое бывает. А видел на липовке какие? Где змеевики, там и холера такая. И вот они, эти деды-то, сигареты-то отойдут. Они, значит, ориентировались все-таки по микрозанорышам. И вот, если вы, например, замечаете, что маленькая яма, вот особенно это хорошо видно на Алабашке, вот на Богатом болоте, по осевой линии идут. Вдруг маленькая яма, большая яма, еще больше и самая большая яма. Потом вдруг раз, бах, обрыв. И все. А значит, жило выклинилось. Или наоборот, продолжается опять маленькая яма. А как они работали? Вот я тут, когда работал, нашел жилу. Ну, думаю, сейчас возьму. Пошли микрозанорыши, хорошие цитринчики, там берильчик попал. Рою дальше, бах, пустота. А они, оказывается, что они сбоку очень умные зашли. Были. Они брали дудку. Сначала, значит, карьером работали, потом здесь наверняка была дудка. Уходили в дудку, и чтобы не вскрывать полностью всю эту породу лишнюю, а здесь же очень гора воды нет, они шли штольней, без крепи даже. Ну, кого завалит, кого не завалит. Вот тут есть Артемьевская яма за Кайгородкой, там Артемьев лежит до сих пор. Завалило его. И вот они, значит, шли дудкой, доходят до этой дудки. А еще ведь что интересно, вот вы наблюдайте. Отвалы-то вроде бы без... Ты вот начинаешь работать жилу и сыплешь отвал. А жила-то пошла, может быть, под твой отвал. Так не перебирать же его заново. Они под землей и шли аортами. И вот этими аортами потом, значит, дальше уже становилось опасно или еще лишняя работа. Они чувствуют, что скоро занорыш, снова новую дудку. И выходили на эти занорыши. И вот если отвал искать, чтобы, как говорится, дедовские хоть что-то, что они выбросили, это же было в мокроте, там, все это в земле, не каждый камень добудешь, да еще часть все равно уходила. Уходила, но я считаю, что когда вдруг годы были, когда не шел камень, они сами перемывали и перебирали отвалы. Почему? А потому что у них было безотходное производство. То есть вот Калугин был в Нижнем Тагиле, знаменитый коллекционер, одна из лучших коллекций была у него тут на Урале. Потом еще в Свердловске было масса коллекционеров. Было такое общество УОЛИ, Уральское общество любителей естествознания, которые выпускали свои книги, свои журналы, карты. Слышали, наверное, про Оля. Сейчас оно возродилось, это общество. И вот они, значит, тоже собирали коллекции камней. И вот наш краеведческий музей организован был как раз у Оля. Вот этим вот первые образцы, первый музей.
Вот. И значит, получалось что? Что, во-первых, были, помните, горки делали. Так? А на горке шли какие камни? Конечно, те, которые в огранку не пустишь, которые форма более-менее ничего. Они, значит, ляпали из теста, добавляли там всякую холеру. И на основе деревянной площадки, деревянной веточки и обклеивали этими. Эти были горки, значит. Другая часть шва, коллекционки для институтов, для школ, для музеев. Значит, делали коллекции. Тоже камни, которые, значит... И отдельно штуфы, некоторые штуфы стоили дороже, чем, например, ограночный камень. Особенно вот здесь есть речка Крутая за Мурзинкой. Там не было таких ювелирных самоцветов, но зато были штуфы эстетические очень. И они очень ценились, и за них давали большие деньги, потому что она как сама как красота. И то есть получалось, что... часть камней шла в огранку, часть на коллекции, часть на горки. Что получается, все шло в дело. Потому что работая в такой, извини меня, выкидывать камень, конечно, это... Вот министерская яма знаменитая турмалиновая, она вся перемыта дедами еще. Там нечего искать. Черный турмалин найдешь, а хорошего навряд ли. Ну там, да. Там лестница гнилая, я лазил туда. У меня рассказ есть. Знаешь? А я без очков. А это, по-моему, уже... Это, по-моему, пленка окисла какого-то. Вот, поверять. Ножом возьму, да поковыряю. Вот оно внутри. А может быть, типа опало что-то опало? Да, вот на опал мне тоже. Ну, я тоже думаю, что... Но я просто в кварце вот так вот опала не видала. Ну, тут окисел какой-то, видимо. Потому что змеевики... В них может быть опаловидные такие тела. Ну, похоже, да, ведь на опальчику? Без очков не вижу. Ну, как называется-то? Это все золотуха вот эти? Очки какие? А? Иванович, какие очки-то? Четвертая, тройка. Да я не разбираюсь. Дай посмотрю, скажу. Увидишь что-нибудь на дальнем? Увидел тебя хорошо. Молодой-то ты какой еще. Сколько тебе? 56. А мне 72 уже исполнилось. А ты еще пацан. Как у вас можно? Это хорошо. Дома у меня. Обратно поедем. Хорошо. Да, с автографом. Да, обязательно. У меня есть, но я еще одну с автографом, Ильдар Иванович, что тогда. Так что, вот смотрите, Сашки. Вот пошли. Вот пойдем ради интереса, пройдем на центральное место. А вон они идут, ямка за ямкой. Ага. Перли. Не, ну здесь камни брали, я тебе дам. У меня есть рассказ про слепого. Кто уже прочитал книжку-то? В Южакова жил слепой мужик один. Ну, я пацаном в магазин пришел, тут спрашиваю, вот дяденька, вот, который камнями занимается, те, фу, со Свердловска, гляди-ка, пацан, тут у нас уж никто про камень-то ничего не знает, а вот тут слепой есть, он раньше-то был. Показали мне, я, значит, к нему пришел, он меня... А что тебе вроде надо-то? Я говорю, так вот, вы, говорят, камнями разбираетесь. Какие камни, слепой же я. А бабка вышла. Да что ты мальца-то пугаешь? Все у тебя, все ты помнишь, все знаешь. Ну и вот. И начали чай пить, тут все. Открывает сундук, достает чулок. Слушай, я потише еще не видел. Вот куриное яйцо, полностью граненое, аметист. И он его на блюдечко положил, во солнечный день был, катает и по всей комнате, знаешь, как в новогоднюю ночь. Блюки. Как елка новогодняя, да, блюки? А бабушка-то стоит с ним рядом и говорит, это ж эко красота-то какая, вот гляди-ка, что делается, вот в земле самого Богом рождена, а ведь это какие человеческие руки-то приложить надо, чтобы эко красоту-то сделать. Такая бабка интересная. А он, значит, не видит, а говорит, а ведь правда, гляди-ка, как мерцат-то все. Достал вот такую призму топазовую, из голубого топаза призма. И по всем граням призмы огранка сделана.
то время топаз таким образом отгранить, это же какое искусство надо было. И вот этих два камня, они у меня до сих пор перед глазами. Ага. Ну и он говорит, я говорю, так вот расскажи, какие, как, мол, найти ямы-то. Он, а что, я тебя провожу. Бабка и говорит, да сходи, сходи, а то в школе лет-то не был, а гляди, тут случай. И вот он, я думаю, ни хрена себе слепой, а поведет, как же он меня поведет-то? А он мне говорит, а ты вот в детстве где бывал, помнишь, как найти тропинку и куда что? Все перед глазами-то, говорит, стоит. Я говорю, точно. Так вот ты, говорит, только показывай, чтобы я не запнулся, а я тебе буду говорить. Вот мы из Рыжакова через речку, через мост перешли. И он, значит, говорит, вот сейчас будет поляна, мы тут в детстве футбол гоняли. Вот за поляной большая сосна стоит, там будет тропка, ты налево. Я говорю, вот тут вот лужа, давай обойдем. И вот иду его, веду, он палочкой идет, пришли его. Вон там, он самый коп, в который он, видимо, еще ковырялся. И вот сел, я, разведи, говорит, живой мне огонек-то. Я ему развел живой огонек, он сидит. А ты, однако, поройся, поройся, тут еще что-нибудь может быть. Еще мои деды и прадеды здесь робили. Ага. Тут, говорит, вот и начал мне рассказывать. А потом говорит, а ты что найдешь-то мне, дай, я тебе скажу, что ты нашел. Я думаю, ничего себе, слепой ведь. Даю ему этот самый змеевик, а там змеевиковая яма с турмалинами была. И с марионами тоже они все вместе тут. Он берет, однако, мылинка, глянь-ка, говорит, мылинка. Это, говорит, змеевик по-вашему-то. Ага, я ему пигматита кусок даю, он провел рукой-то, а он же эти выступает. Угу. Он говорит, однако ведь это припас, знак. Это они припас пигматитом называют. Я думаю, ни хрена себе, потом Марион нашел, он тут же сказал, ты гляди-ка, нашел струганец, какой хорошенький-то. Я говорю, вот ни хрена себе. Вот такой вот мужик. Потом идем с ним домой. А он говорит, слушай, да чего люди, говорит, для того, чтобы всю красоту похабят, портят. Не, что, говорит, для того, чтобы понять, что красоту-то надо видеть живыми глазами, говорит, чтобы неужто надо ослепнуть, чтобы потом понять, что потеряли-то. Я думаю, ничего себе. А ты, говорит, на велосипеде-то умеешь ездить? Я говорю, умею. Так знаешь что, ты как на велосипеде-то ездишь? Ведь только вперед смотришь. Я говорю, ну да. Так ты вот всю жизнь, говорит, вперед смотри, а под ноги ты, говорит, не смотри, а то запнешься. Вот такой мужик был. Так что интересно.